сегодня я предлагаю вам сделать со мной вот такие бантики маленькие интересные. Лолы. Размер их приблизительно 8,5 сантиметров. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится два отрезка принтованной ленты. У меня это лол шириной 2,5 сантиметра и длина 16 сантиметров. Также мы возьмем два отрезка эко-кожи мягкой, тоже шириной 2,5 сантиметра и длиной 16 сантиметров. Сделаем бантик. Возьмем ленточку репсовую и эко-кожу. Ставим друг на друга изнаночной стороной к себе. То есть друг к другу. Вот так. Складываем пополам. Вот так переворачиваем. И теперь края поднимаем вверх. К левому углу. Вот так. Вот так. И прошиваем. Прошиваем хорошо уголочек. Соединить все ленточки. Теперь берем вторые два отрезочки, тоже накладываем друг на друга. Пополам. И поднимаем ленточку тоже в левый угол. Прошиваем так же, как и первую заготовку. И теперь стягиваем бантик. Так, фиксируем теперь ниточку, чтобы у нас ничего не распалось. И сшиваем их вместе. Вот такой у нас получается бантик. Теперь крепим резиночку. И талия бантика у меня будет из репса. Шириной 1 сантиметр.
Все, наш бантик готов. Такие замечательные бантики у нас получились. Еще, как вариант, можно сделать вот такие интересные бантики. И бантики, вышиванка. У меня сегодня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!